Люди! Помогите! Его нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы. Я! Отъявись! Тебя! Убью! А! Не надо ли тебе чего, мастер? О! Ребенка, зараза. Много тут народу ходит. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. След ведет к хромоножке Катарине. Эй, Ясь! Вот как же было дело с Фольтесом? Можем сделать это здесь? Или пойти ко мне? Ау! Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают от удовольствия. Говори правду. Этот суккуб, он помогает с клиентами. Доходы растут. Знаю, что он опасный, только не знаю, он ли убивает. Суккуб. Где его найти? Я его поселила в одном доме. Здесь, неподалеку. Вот ключ. Кто ты? Когда-нибудь слышала о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать и не привыкла убивать без причины. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Красавец!
Стражников убил Суккуб. Суккуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, Суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательство. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили. Искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. На моей памяти это первый раз, когда гули пришли выручать деревню из беды. А выгляди, они заказы ведьмачьи начнут принимать. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Мне заплатили, чтобы я во всем разобрался. И кто же это тебе заплатил? Это уже мое дело. А сейчас я здесь осмотрюсь, и лучше не стой у меня на пути. Тут нет ничего интересного. Скатертью дорога. Силой внутреннее кровотечение. Челюсти способны раздавить панцирь. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Спрашиваю последний раз, что стало с нильфгаардцами и что за этой дверью? А я почем знаю?
Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Отпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нельфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нельфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Доски наверняка можно поднять. Пробитый доспех, разорванные артерии. Это Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Thank you.
боги! Он вышел живым! Под землей дремала Экима, старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Ты здорово поработал. Только мы тебе платить не должны. Ты сам сказал, что тебя наняли. Вот пусть они тебе и платят. Удачи. Что тебя привело? Я по поводу пропавшего патруля. Я был в стёжках. В деревне завелся вампир. Так вот, почему они не вернулись. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями. А ты заслужил награду. Держи. У бога своего, умирающего младенца, и впала в отчаяние. Хочешь ли ты, чтобы на тебя снизошло благословение вечного огня? Подойди, верный, и да осветит тебя. И смотри, как бы я тебе в глаз не засветил. И осади, а то меня тошнит от этого вашего ладана. Так бы сразу и сказал. Отзыв, а у тетки дьякона болела голова от рыбной похлебки. Что тебе нужно? Сразу говорю, мазь от геморроя кончилась. Что ты несешь? Похоже, твои фимиамы плохо влияют на мозги. То есть? Ты сказал пароль. Значит, хочешь купить травы. Я вижу, из тебя такой же жрец вечного огня, как из меня храмовая девственница. Что у вас тут за заговор? Какой заговор? Почему сразу заговор? Я ведь не продаю ничего вредного. Ну, просто время нынче неспокойное, так что... Так что безопаснее надеть сутану? Готов поспорить, что в этом городе за то, что ты изображал жреца, тебе грозит что-то очень изобретательное и неприятное. Я настоящий жрец и настоящий алхимик. Но, к сожалению, трудно примирить эти призвания. Особенно теперь. Ну так как, донесешь на меня или мы договоримся? Ты хочешь меня подкупить? Я от жрецов не в восторге, и тебе скорее пришлось бы мне доплачивать, чтобы я отправился к ним поболтать. Тогда давай я просто дам тебе скидку. Взгляни на мои сборы и посмотри, может, нужно что-нибудь. Только мази от геморроя совсем нет. Покажи мне свои товары. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Этот убийца демон. Его каждый грешник сгорит в вечном огне. Это что?